Всем привет! С вами народный строитель Андрюха, и это рубрика «Ответы на вопросы». Вот, проведу небольшой анонс. Я уже, как вы видите, накрыл крышу. Крышу я покажу в следующих своих видеороликах. А сейчас я хотел бы рассмотреть такую тему, как вес дома. То есть, сколько весит опилка бетон, какая у него плотность. Вот. Давайте, наверное, сначала его взвесим. Сейчас я попробую его подтащить. Взвесить, а потом возьму его размеры. Весит данный блок 68,4 килограмма. Вот закрепил. Вот так вот получается 90 сантиметров. 90 на 36, как толщина стены у меня залита. Ну и высота этого блока 25 где-то. Ну, на этот скол можно там 24 или 23 взять. Ну вот, давайте теперь, имея размеры куба этого, посчитаем его вес метра кубического этого материала. То есть берем 0,90, умножаем на 0,24 и умножаем на 0,36. Это будут у нас метры кубические, то есть размер в метрах. Вот, кубических пока у нас нету. И получаем, если перемножим это все, 0,077 метра кубического. Вот такой размер имеет блок. Теперь нам нужно узнать, сколько таких блоков помещается в одном метре кубическом. Берем 1 метр кубический. Делим его на вот этот вот размер, на 0,077, получаем 12,98 штук получаем в метре кубическом. Теперь берем эти штуки, 12,98, умножаем на вес, который мы знаем, что он у нас составляет, вот этот вес вот этого размера составляет 68 килограмм 400 грамм, то есть в килограммах. Если мы это умножаем, то у нас получается вес 1 метра кубического равняется 887 килограмм и 830 грамм, то есть в килограммах это получается вес. Теперь, имея объем в метрах кубических дома, то есть основной части моего дома без пристроя, он у меня пристрой, я еще просто не посчитал, он у меня составляет 52, в предыдущем видеоролике я считал его объем, 52 метра с половиной кубических я затратил материала на постройку своего дома. Умножаем его на количество, на вес 1 метра кубических, 887,83 килограмма, получаем вес дома 46 тонн 611 килограмм и 0,75 грамм. Так, это все в килограммах у нас получилось. Ну что ж, вот такими были расчеты веса, удельного веса 1 метра кубического материала из опилкобетона. В том числе посчитали вес всего дома. Что с вами был народный строитель Андрюха. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Это очень помогает развитию моего проекта, моего канала и вообще моему строительству моего дома. Ну вот, собственно, и все. Стройте дом с удовольствием. Пока-пока.